Собака поглотила артефакт. Теперь самое могущественное существо во вселенной — это белый милый песик. Нет! Эй, цветок! Эй, цветок! Пс! Эй, цветок, мне сказали, что у тебя есть какие-то тайны для меня. Ну, пожалуйста, расскажи мне хотя бы один маленький секретик. Ладно, я раскрою тебе всего один секрет. Ты внимательно слушаешь? Да, да, конечно, я внимательно слушаю. Тебе нужно будет взять, наполниться решимостью и прыгнуть со скалы, чтоб ты убилась нафиг и не задавала мне глупых вопросов. Ладно. Хелло всем, с вами, как всегда, наполненный решимостью Фокс Нео, и мы продолжаем играть в Undertale. И остановились мы у этого очень странного цветка, но вы посмотрите на него, он явно что-то скрывает. Давайте, наконец, сходим на следующую локацию и узнаем, что нас ждет дальше. Это еще один сундучок. Это сундук. Вы можете положить предметы или забрать их, только вот зачем? Вы не сможете использовать предметы, когда они в сундуке. С уважением... Сундука-ненавистник. Жеза, не люблю сундуки. Так что тут у нас? Открыть сундук? Ай, ну там, в принципе, ничего не будет. Ага, это ж меня убьет, да? Я скачусь вниз. Давайте сходим сначала вниз, посмотрим, куда нас это все приведет. Так, вот сюда куда-то приведет. Так, обходим все это дело стороной. Тут опять их отцветок. Что он мне расскажет? Клянусь, я видел что-то позади этой текущей воды. Что ты видел там? Что ты? Я боюсь туда идти, меня эти камни разобьют к чертям собачьим. Я не хочу разбивать себе голову об камни. Ну ладно, давайте, давайте сходим. Е-бой! Это было круто. И что тут у нас? На земле лежит балетная пачка. Что такое балетная пачка? Давайте возьмем это с собой. Вы получили старую балетную пачку. Что такое балетная пачка? Это то, что они носят. Так, выключим все. И что? Что? Мне это ничего не дало. Но я получил балетную пачку и... Аккуратно проходим. Камни мне не разбили голову. О май гад. Почему я такой темный? Вы посмотрите на меня. Иногда я бываю доброй, хорошей девочкой. Но порой... В меня вселяется темная сущность! Ладно, тут какие-то кусты, и, конечно же, нас куда-то отправили эти кусты. Смотрите, там папирус! Привет, Андайн. Я здесь с моим ежедневным отчетом. Эх, относительно того человека, из-за которого я вызвал тебя. А? Сражался ли я с ним? Да, да, конечно, я сражался! Я сражался с ним доблестно! Что, схватил ли я его? Ну, нет. Я сильно старался, Андайн, но в конце я потерпел крах. Что? Ты собираешься забрать человеческую душу сама? Ну, Андайн, тебе не нужно уничтожать его, видишь ли? Видишь ли? Что-то происходит очень темное здесь. Я понимаю. Я помогу тебе всем, чем смогу. О, нет, он поможет убить нас! А, у нас заметили. О май гад, не прыгай на меня, не прыгай на меня, злой демонюка! О нет, бежим! Так, нет, не двигаемся. Уходи! Уходи, проклятый! Он, кажется, уходит. Так, нужно аккуратно выбраться и уйти. Он исчез. Его глаз исчез вместе с ним. Или это она? Она Андайн или он Андайн, я не знаю, но тут еще один сейф и... Братенька, здорово, йоу! Ты видел, как она на тебя смотрела? Это... было круто! Я так завидую! Что ты такого сделал, чтобы заполучить ее внимание? Хе-хе. Погнали, посмотрим, как она побьет плохих ребят! А, какой дурачок маленький. Так, давайте сохранимся, наполнимся решимостью. Ужас холодом пробегает по вашему телу, но вы не теряете решимости. Сохраняемся в каком-то коридоре и идем дальше. Что тут написано? Когда 4 мостовых семени лягут в ряд, они расцветут. Принято. Ага, нам нужно их расположить в рядочек. Как бросить эту штуку? А, вот, окей. И они сейчас расцветут! Какая красота. А может быть, там есть какой-то секретик? Давай постучим по стеночке и узнаем. Пошел вон отсюда! Ну, ладно, уходим. Мы кому-то помешали, наверное, там кто-то живет. Смотрите, тут тоже, наверное, сидит мышка. Мышка, выходи! Я хочу увидеть хоть одну мышку за всю игру. Если не будет ни одной мышки за всю игру, я буду грустить, и на нас кто-то напал. Кто на этот раз? Аарон подходит, играя мышцами. Вы посмотрите на этого коня, или кто это? Посмотрите, какой он. Уах! Что мы с тобой сделаем? Давайте мы похвастаемся.
Вы играете мышцами, а Роун играет вдвое сильней. Атака обоих увеличивается. Конкурс мышц, окей, жми сильней. Так. Окей, это было просто. Он готов. Может, его просто прогоним? Вы говорите о Роуне, чтобы он проваливал. Ты изменишь свое мнение, он что, плачет? Это слезки? Так, да. Прекрати атаковать меня, хороший! Так, ладно, давайте еще похвастаемся. Мы играем мышцами сильнее. Он играет вдвое сильнее. Атака опять увеличивается. Неплохо, но я все равно выиграю. Так, окей, окей. Ай. Ай, у него прям безумно сильная атака. Мы можем пощадить? Нет, мы не можем его пощадить. Ладно, еще раз похвастаемся. Надеюсь, он меня не убьет. Он играет очень сильно. Он доигрался и вылетел из комнаты. Бой! Вы победили, вы получили 30 монет. Нормально так монет получили. Как мне прочесть ту надпись? Надпись! Тут такая музыка стрёмная в этой локации. Как прочесть надпись? Не знаю, давайте повыключаем грибы, не знаю зачем. Так, выключим все грибочки. И что тут у нас? Если допущена ошибка, колокол цветения может созвать мостовые семена обратно. Ага, это что у нас? Ага, окей. Так, давай сюда. Дальше. Да. А, чертов гриб мешает мне пройти! Гриб, не мешай! Да. И все время упираюсь в гриб, а может просто утопимся и все, и чё какие-то ребусы решать, нужно просто утопиться. Их нужно в ряд расположить, окей. Это очередной, мать его, ребус. Нужно посидеть, подумать. Так, тут, по-моему, всего две поместятся, хотя нет, четыре поместятся. Смотрите, что мы сделаем. Мы сделаем вот так. Один, и я быстро все это промотаю. И они расцвели замечательно. Теперь читаем, что тут. Поздравляем, вы провалили головоломку. Вот черт возьми. Я не хотел ее проваливать. Я думал, я сделал все правильно. Я думал, эта игра обманула меня. Ну ладно, я, кажется, придумал, как мы пройдем. Нужно просто вот отсюда их кидать спокойненько. Их в рядок там выйдет, и мы как раз сможем пройти. Это был не такой сложный ребус. И проходим спокойненько. Все. Это было просто. Надеюсь, больше таких ребусов не будет. Звонок. Привет, это Папирус. Как я раздобыл этот номер? Это было легко. Я просто звонил всем подряд, пока не попал на тебя. Не-хе-хе-хе-хе. Так, что на тебе надето? Я спрашиваю для друга. Она считает, что бандана. Это так? На тебе бандана? Что вы скажете? Да, на мне бандана. Значит, на тебе бандана. Понял? Подмигнул. Хорошего тебе дня. Щелчок. Это был странный звонок. Он что, хочет нас подставить? Мы попали в космос! Комната желаний. Давным-давно монстры шептали свои мечты звездам в небе. Если ты верил в мечту всем своим сердцем, твои желания исполнялись. Теперь все, что у нас осталось, это эти светящиеся камни на своде подземелья. Они такие красивые. Давайте с ним поговорим, и на нас опять кто-то напал. Вошуа подходит, шаркая ногами. Что это за чупакабра страшная? Так, Вошуа. Может, помоем? Коснемся, пошутим. Давайте помоем. Вы просите Вошуа почистить вас. Он радостно скачет вокруг. Зеленый, значит, чистая. Чирик. Так. Зеленый, значит, чисто. Мне нужен зеленый. Он дружит с маленькой птичкой, ты такой молодец. А, все, я могу тебя пощадить. Слава богу, мне бы здоровье восстановить. Так, я с этим цветком не поговорил. Тысячи монстров, мечтающих вместе, не могут ошибаться. Король это докажет. Угу. Ты цветочек, что мне расскажешь? Ну, давай, сестренка, загадай желание. А ты? Желаю, чтобы мы с сестрой однажды увидели настоящие звезды. Ага, тут были какие-то люди, они разговаривали, эти цветы все запомнили. Посмотреть в телескоп? Да. И тут у нас звезды. Что это? Проверь стену. Какую-то стену нужно проверить. Окей, проверю стену обязательно. Ладненько. Какую стену проверить нужно? Ах, кажется, мой гороскоп такой же, как и на прошлой неделе. Сверху стену, наверное, надо проверить, это логично. И тут проход! Куда мы попали? Ага, интересно. Тут ничего нету, а тут что? Стены испещрены древними письменами. Вы можете разобрать только следующий текст. Война людей и монстров. Окей, тут что написано? Почему люди напали? Ведь им нечего было бояться. Люди невероятно сильны. Мощь души всего одного человека равна по мощи душам почти всех монстров. Ого, люди мощные, ребята. Но у людей есть одна слабость. По иронии судьбы, это сила их души. Эта сила позволяет душе существовать вне человеческого тела даже после смерти.
Ага, господи мой. Тут какая-то история началась. Уроки истории Андертейла. Если монстр победит человека, то он может забрать его душу. Монстр с человеческой душой – ужасное чудовище с непостижимой мощью. Понял, звучит страшно. Это изображение странного создания. От этого рисунка как-то не по себе. И мы поплыли. Правда, не знаю куда, но надеюсь, там будет сохранение, потому что у меня всего 3 единицы здоровья, и это меня не вдохновляет ни капельки. И опять темнота души моей. Куда же мы идем? И... О, нет! Андайн нас нашел! Ран! 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 Беги! Беги! Все будет хорошо! Ты выживешь! Так, вот сюда. Надо просто вниз смотреть, а потом наверх. Ау! Ау! Нет, 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 нет! Нет, твою! Мать, это было ужасно. Только не говорите мне, что я начну с сейва. Только нет, только нет. Надеюсь, я начну с босса. Ну, я думаю, попыток 80, и я справлюсь. Давайте еще разочек попробуем. Не знаю, сколько вам придется смотреть, как я это прохожу. Но на самом деле все это просто. Если молчать и сконцентрироваться, я думаю, я быстро все это пройду. Но я не люблю молчать и концентрироваться. Я люблю нубить, ребята. Я люблю нубить. Наверх, вниз, наверх, вниз, наверх. Так, вот сюда, наверх, вниз, наверх, наверх. Вот тут неприятно. Так, вниз, наверх, вниз, наверх. Наверх, вниз. А, вот что значит болтать. Ау, 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 ау. О, я не умер. Хватит прятаться, а ну вылезай. Так, вниз, наверх. Вниз, наверх, я дошел до конца. Еее! Все, это чудище исчезло. Прячемся в кустах. В кустах нас не видно. Уходи, чудище! Не трогай меня, пожалуйста, я всего лишь маленькая девочка. Он, кажется, нашел меня, или это она. Он дал мне по головке моей больной, и он меня вытаскивает. А, это мой дружище! Он, наверное, будет рад, что его потрогала Андайн. Она его так аккуратно опустила, такая, ну нафиг, ну нет, я лучше свалю. Я тоже свалю отсюда, что у нас тут? Тут у нас ничего нет. Ну, надо сваливать, ребята. Чё такое? Братуха, тебе не больно? Она тебе глаз не выбила? Йоу, поверить не могу! Андайн только что тронула меня! Я больше никогда не буду мыть свое лицо! Вот же тебе не повезло! Стой бы ты хоть чуточку левее! Йоу, не волнуйся, я уверен, мы увидим ее снова! Да хватит падать, аккуратней, братишка, аккуратней, ты мне нравишься, не хочу, чтобы ты умирал и есть тут сейф. Этот кусок сыра лежит здесь так давно, что оброс магическим кристаллом. Он прилип к столу. Мышка, мышка, ну выходи, почему нет мышки, ну почему нет мышки, писк. А-а-а, мышка сказала писк, цветок нам повторил писк. Понимаешь, что однажды мышь найдет способ извлечь сыр из таинственного кристалла, вы наполняетесь решимостью. Что ж, пойдем дальше, что у нас будет дальше? Санс, привет, как давно мы не виделись? Это странно выглядящий телескоп. Он твой, Санс, это твой телескоп. Я подумываю об открытии телескопного бизнеса. Обычно я требую 50 тысяч монет за использование этого премиум телескопа. Ну а поскольку мы с тобой знакомы, это бесплатно. Чё скажешь, посмотреть? Конечно, посмотреть, люблю телескопы и... Вау, Санс, ты бизнес-гений, показывать такое людям. Как ты отважился вообще? Это так круто. Вау, это невероятно! Это прям искусство! Хм, тебе не понравилось? Ты не волнуйся, я верну тебе деньги. Тут опять наш волшебный сундучок. Он нам не нужен, так капелька. Что такое звезда? Можешь ли ты ее потрогать? Можешь ли ты ее съесть? Можешь ли ты ее убить? Ты звезда? Я не звезда, нет. Что у нас тут? О май гад, выглядит страшно. О, здорово, братуха! Я перенес свой магазин, но тут до сих пор нет посетителей. Я куплю тебя. К счастью, я придумал решение. Ударные карты! Каждый раз, когда покупаешь доброжина, ты можешь взять карту из сундука. Если соберешь 3 карты, то сможешь обменять их на бесплатное доброженное. Они точно заманят покупателей обратно. Доброженное! Оно согреет мое сердце. Всего лишь 25, да? Давайте купим. Мне нужно доброженное, чтобы выжить. Давайте выключим гриб. Поверх древних символов кто-то написал список из 21 вкуса. О, господи, вандал чертов! Я покупаю у тебя доброженное, а ты вандалишь? Ай-яй-яй. Так, тут у нас что? Что-то очень страшное. Там вниз можно пройти, но я пока не пойду. Я поисследую еще.
Вот сюда справа схожу, посмотрю, что справа. Уточка! Там уточка! Одинокая уточка! Мне нужно спасти уточку! Срочно беги! Беги к уточке! Я знаю, она ждет нас, она ждет никого другого, как нас. Но цветы важны. Вы слышите часть разговора. Так что, разве у тебя нет никаких желаний? Какая тут будет часть разговора? Только одно, но... Оно немного глупое. Какое желание? Какое желание? Рассказывай! Стоять, куда мне идти надо? Лево, право, опять... О, нет, на меня напали, а у меня здоровье. А у меня много здоровья. Мини-желы, о, господи. Вас же можно сразу пощадить, уходите. Я с вами даже драться не буду. Уходим вниз, смотрим, что внизу. Звоночек. Привет, это Папирус. Помнишь, когда я спросил тебя об одежде? В общем, та подруга, что хотела знать, ее мнение насчет тебя крайне... убийственно. Но я знал, что ты уже в курсе, и раз уж ты уже знал об этом, я сказал ей, что ты сказал мне, что ты носишь бандана! Потому что я знал, конечно же, что после такого слишком странного вопроса ты бы мог просто надеть другую одежду. Ты просто умница-разумница. Таким образом, ты в безопасности, а я никому не врал, я никого не предал. Быть друзьями со всеми это так легко. Нам просто нужно снять бандану, и она перестанет на нас нападать. Все так просто. И тут, господи, как тут много всего. Ой, что там такое происходит? Это цветочек такой красивый там растет. Я не знаю, но тут еще один цветочек. Не говори так! Давай, обещаю, что не буду смеяться. Так, какие-то диалоги с кем-то начались. Мы направо не пошли, а надо было идти направо. Но моя цель — это уточка! Сила, способная забрать их души. Сила, которой страшатся люди. Это сила уточка. О, Вошуа. Так, давай мы тебя помоем. Зеленый значит чисто, зеленый значит чисто, зеленый значит чисто, все остальное значит боль, невменяемую боль. Так, опять моемся. Ой, господи, не люблю я такие штуки, где нужно ловить что-то. Да ну, ненавижу, просто ненавижу в этой игре. Ужасная боевка, я не могу. Помыть, давай. Сейчас я умру, я умру, да, я не справлюсь. Да, говно! Интересно, стерильные ли слезы? Так, все, отстань от меня, чудовище, бьешь меня очень больно, ладно. Идем дальше. Уточка! О май гад, что происходит? Оно меня не сожрет? О, это мои друзья, они идут за мной. Нет, они, кажется, хотят меня сожрать. Что происходит? Кто вылезает? Какой-то кракен. Добрый кракен? Кракен-аниме? Кракен-аниме! Эй, там, смотрю, ты проходишь здесь. Я Они-он-сан. Они-он-сан, слышишь? Он следит за мной? Он идет за мной зачем-то? Ты в водопаде, ха, здесь круто, ха, тебе здесь нравится, ха. Да, мне тоже, это мое любимое место. Ну окей, давай погуляем с тобой. Тоже несмотря на то, что здесь становится все мельче. Я уже сижу на самом дне, но... Эй, все хорошо, это лучше, чем переезжать в город. И жить в переполненном аквариуме. Как сделали все мои друзья. Ой, ему грустно, он здесь один. Но он не теряет оптимизма. И аквариум все равно переполнен, так что если бы мне захотелось, я... Хотя это нормально, слышишь? Андайн все исправит, слышишь? Я уплыву отсюда и заживу в океане, слышишь? Слышу, успокойся. Эй, там! Это конец комнаты. Еще увидимся, развлекайся. Водопад, бульк. Забавный чудик, мне он понравился. Идем дальше. Тут у нас, кстати говоря, водопад. Нет. Какая-то смурена прячется в углу, но все равно как-то сталкивается с нами. Ой-ой-ой, давайте все-таки съедим одно доброженное. Мы прекрасно выглядим. Ос восполнены до предела. Ту-ту. Так. Выглядит просто. Смурена напевает очень слабо, так? Смурена, давайте тоже понапеваем. Вы напеваете клевую мелодию, Смурена подпевает вам. Сирия, Сими. Так, спокойно. Концентрация. Кажется, Смурене гораздо легче петь в компании. Все, слава богу, это было легко. Мы ее отпускаем, получаем 30 монет. Так. Замечательно, купили наше мороженое. Северная комната скрывает великое сокровище. Давайте сходим и заберем его. Это и есть сокровище. Здесь стоит пианино сыграть, да. Ага, я понял. Раз, два, три, четыре, пять.
опять. Непонятно что-то, как выход сделать? Навязчивая мелодия отражается эхом в этом зале. Хотите подыграть? Первых 8 нот будет достаточно. Так, попробуем теперь таким образом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нет, не работает, может. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не знаю я, как правильно все это отыграть. Может быть, чуть попозже разберусь, но пока мы уходим отсюда. Великое сокровище, которое я, к сожалению, не получу, что тут у нас... И этой силе нет равных. Конечно, человек не может забрать душу монстра. Ведь когда монстр погибает, его душа исчезает. Потребуется невероятная сила, чтобы забрать душу живого монстра. Есть только одно исключение. Душа особого вида монстров, называемого монстр-босс. Душа монстров-боссов достаточно сильна, чтобы существовать после смерти. Лишь только несколько мгновений. Человек может поглотить такую душу. Но этого никогда не случалось. И никогда не случится впредь. Ага, случится, я обязательно сожру чью-нибудь душу. И вау, какая красота. Это статуя. У ее основания кажется сухо. Но на нее ведь что-то капает, это удивительно. Что тут у нас? Пожалуйста, возьмите зонт. Без проблем, взять зонт. Да, берем зонт. Берем зонт, мы взяли зонт. Давайте сходим обратно, может быть, теперь все будет хорошо. Можно зонт сюда поставить куда-нибудь? Зонтик над статуей ставим. Я поместил зонтик сюда, внутри статуи заиграла музыкальная шкатулка. А, там сверху теперь появилась мелодия. Давайте я куда-нибудь запишу мелодию, чтобы не забыть ее за 5 секунд, и мы откроем великое сокровище. Окей, идем открывать великое сокровище. Ес! Я там сидел, мучился. Ну вот зачем? Не надо было мучиться. Надо было просто пройти дальше, так? Здесь стоит пианино, да, теперь мы сыграем. И ес, дверь открылась, супер, я решил ребус! Для меня это действительно важно, и что это такое? Это легендарный артефакт. Возьмете ли вы это? Конечно возьму, в инвентаре слишком много собак. Что это значит? У меня в инвентаре появился надоедливый пес. Надоедливый пес, маленький надоедливый пес, он крепко спит. Что у меня в инвентаре делает песик? Что происходит? Песик, я тебя с собой вроде не брал. Что такое? Так, используем песика. Вы выпустили собаку. Песик, привет. Что такое? Собака поглотила артефакт. Стоять! Куда пошел? Верни! Легендарный артефакт! Артефакт пропал! Собака сожрала! Гребаный артефакт! Чё такое? О, господи! Теперь самое могущественное существо во вселенной — это белый милый песик! Нет! Ладно, хватит драму разыгрывать, идем дальше. Окей, мы просрали артефакт. Мы, блин, дали артефакт гребаной маленькой белой собаке. Замечательная игра, замечательно. Давайте возьмем зонт. Нет, музыка играет, мы не можем с собой забрать зонт, к сожалению. Давайте возьмем еще один, может. Давайте возьмем еще один зонтик и пойдем дальше. Вдруг он нам еще пригодится. И да, зонтик пригодится, тут дождик и опять отражение. Круто-то как, мне так нравится. Привет, братан. Йоу, ты раздобыл зонт? Классно! Пошли! Окей, пойдем со мной, братан, раз у тебя зонтика нет, а там ведь зонты были. А ты откуда пришел? Может, он с другой стороны пришел и не видел зонтиков? Так, идем дальше, братуха, идем. Блин, Андайн такая крутая! Она колотит плохих ребят и никогда не проигрывает. Будь я человеком, я бы писался каждую ночь. Знаешь, что она собирается поколотить меня, ха-ха. Да, я именно так и делаю, писаюсь каждую ночь, когда вспоминаю об Андайн, и мы идем дальше, куда-то непонятно куда. Эхо цветок. О, однажды нам дали школьный проект, где мы должны были позаботиться о цветке. Король, мы должны обращаться к нему. Мистер Дримур пожертвовал свои собственные цветы. Он пришел в школу и рассказал нашему классу об ответственности и всем таком. Что заставило меня задуматься? Йоу, как было бы круто, если бы Андайн пришла в школу, она могла бы перебить всех учителей. Да, братан, она бы могла, но надеюсь, она этого не сделает. Возможно, она не стала бы бить учителей. Она слишком крута, чтобы бить невиновных. Да, братан, она бы не стала бить учителей и... Вау, заставочка, полегче, полегче. Какой-то замок, мы что, идем в замок? Вау, вау, 2D, что происходит, игра, уууу, вот это да, вот это крутота. Так, здорово, братуха, чё ты встал-то, пойдем со мной. Идем, не ссы, все нормально будет, мы идем в замок, братан.
Мы идем в грёбаный замок. Так, еще один зонтик. Может, возьмешь себе зонтик? Нет? Окей, ладно, тогда возвращаем зонт. Мы промокнем, надеюсь, мы не заболеем. Йоу, этот выступ слишком высокий! Йоу, ты хочешь увидеть Андайн, да? Сберись на мои плечи! Окей. И я залез наверх. А ты, братан? Йоу, продолжайте вперед! Не волнуйся на мой счет, я всегда найду, где можно пройти. Да блин, нет, братан, не найдешь. Ты с этим бегом убьешься просто по дороге. Ну ладно, что у нас тут? Люди, напуганные нашей силой, объявили нам войну. Атака их была внезапной и беспощадной. Оу. О, смотрите, тут так меняется свет, прикольно. Так, что у нас тут? Это побоище с натяжкой можно было назвать войной. Объединившись, люди стали невероятно сильны, в то время как мы слишком слабы. Ни одна душа не была поглощена, и почти все монстры были обращены в прах. Оу, как грустно. Давайте сохранимся. Слушая безмятежные звуки далекой музыкальной шкатулки, вы наполняетесь решимостью. Сохранимся. И, ребятки, я думаю, эта серия получилась очень насыщенной. Мы видели 2D, мы видели песика, который похитил артефакт. И если вы хотите увидеть, что будет дальше, обязательно ставьте лайки. Давайте соберем вот столько лайков, чтобы следующая серия вышла быстрее. Но с вами был Фокс Нео, увидимся.